Друзья мои, всем привет, с вами Некит. И, друзья, спасибо огромное вам за такую активность на канале. Я 3 дня назад отпраздновал, друзья, 2000 подписчиков на канале, а уже почти 2500. Мне это реально безумно нравится, спасибо вам большое, ребятки, и просмотры, посмотрите, просто на канале безумственные, это какой-то, не знаю, какая-то красота. Ролик вышел, друзья, 28 часов назад, он собрал уже почти 1500 просмотров. Здесь, друзья, ролики на шортсах просто залетают, просто неистово, здесь вообще пошла жопа, конечно, но вот здесь началось, друзья, просто шикарно. Посмотрите, насколько реально вам нравятся ролики, спасибо огромное, ребятки. И хотел бы вас сразу поблагодарить за группу ВКонтакте, давайте туда отправимся. А вот, ребятки, и наша группа ВКонтакте тоже очень сильно порадовала. Посмотрите, ребят, я засыпал, было 49 человек. Сейчас же, друзья, в группе уже 70 подписчиков. Посмотрите, ребятки. И у нас, если я хотел бы вам напомнить, если вы еще забыли, если уже забыли, друзья, открытие проекта 10 ноября на моем этом канале, на некий траж, друзья, на ютубчике. В прямом эфире мы будем открывать свой проект, ребятки. И первые 60 человек уже получат свои 30 тысяч донатов. Посмотрите, все списки мы с вами выложили, друзья. Все замечательно, все прекрасно. Все просто реально сосочно, друзья, пожалуйста. Вот, идет, кстати, набор ютуберов и тиктокеров. Тоже залетайте, пожалуйста, друзья, в группу, подписывайтесь. Ссылочка на нее находится, друзья, в описании к этому ролику. Также, ребята, не забывайте, что идет заявочки на пост администратора. Вы можете подавать, пожалуйста, ребята, все сделаем. Все будет по красоте, все будет замечательно. Бонус игровой 500 кака, друзья, поэтому заходим, все ссылочки находятся в описании. И приступаем к самому видосику. Пау! Ну что, друзья мои, всем привет, с вами Некит, и сегодня мы с вами находимся на самой лучшей копии Радмира РП, друзья, под названием Framerate Roleplay. Друзья, спасибо за большую активность под роликом и спасибо большое за то, что подписываетесь на канал и на группу ВКонтакте. Друзья, если что, группа ВКонтакте по ссылочке в описании. Вы реально в начале ролика все увидели, я вас уже поблагодарил, но хочу сделать это еще раз, друзья. Спасибо вам реально огромное. Ну что, ребят, сегодня посмотрим новые приколюхи. Ой, куда ты побежал? Дурак, блядь. Хасбик, блядь. Ты как всегда в своем уме, ё-моё. Итак, ребят, F-Coins, собственно. Мы добавили тачки всякие разные. Давайте посмотрим. F-Coins прописываем. Покупка авто, к примеру. И давайте купим, ну не знаю, чего-нибудь Ferrari Enzoho, например. Просто вы купили Transportation... У меня ворота вообще в разбег открываются. Это вообще нормально? Категорически не согласен. Все, друзья, отлично. Итак, прописываем car, Ferrari Enzoho, загружаем Transportation, мой друзья. И где он? А, вот он, ребят, посмотрите. Вот она моя соска. Вот она. Вот она, друзья. Вот оно. Эксклюзив. Эксклюзив. Вы понимаете, друзья? Эксклюзивные таченцы уже добавлены на сервер, ребят. Без... Бля, Хасбик, прости, родной. Я тебя выше посадить не могу, родни. Прости, пожалуйста. Собственно, ребят, все тачки, посмотрите, все. Все, друзья, пушечно, все сосочно, все нереалочно. Просто, ребята, посмотрите на это. Ребята, для вас все делаем для вас красиво. Пожалуйста, влепите лайкосик под видосик, и все будет... Так, это вырежем, этого и не видели. Собственно, вот, ребят, все будет реально сочно, просто пушечно, гоночно. Если этот ролик набирает еще 30 лайков, друзья, я делаю розыгрыш вообще для вас, не вопрос, вообще без проблем. 30 лайков для вас, друзья, это, я думаю, вообще не проблема за самом деле сделать. Что-то по времени. Вот, вот. Так, а сетвязер, где у меня есть, нет? Вот, яркая погода, нормальная, хорошая погода. Вот это хорошо, вот это прям хорошо. Вот это прям, оп, вообще пушка-горка. Собственно, ребят, покатаемся, посмотрим на системке, собственно, что у нас по безакам, ребят. Я приобрел себе бизнес в прошлой серии, как вы помните, и он, в принципе, у меня и остался. Кстати, я вообще Хасбика смогу повыше посадить маленько, как-нибудь, нет? О, Хасбик, слышь? Так ты прям это... Ну, ты как бы более-менее умещаешься, на самом деле, в машину, поэтому... Все-таки лучше, ребят, от нормального, от третьего лица кататься, честно говоря. Собственно, ребят, вот безак, который я приобрел. Ух, а что с тормозами? Пожалуйста, ребята, некий траш. Вот вы видите, вот это моя личная заправочка, друзья. Скоро открытие 10 ноября, ребятки. Вот, ребят, поэтому, собственно, да, открытие 10 числа. Это реально пушка, соска, нереалка. Поэтому вот так вот все красиво, ребят. 30 лайков на видосик загружаем, и я выпускаю розыгрыш на эксклюзивный таченцы, тученцы. Просто салам алейкум, все будет замечательно. Вообще, в принципе, давайте посмотрим, что у нас есть по эксклюзивным таченцам. Давайте глянем вообще, что у нас присутствует, в принципе, в F-Coins. Так, F-Coins, давайте, ой, F-Coins, давайте глянем. Так. Вы сможете, друзья, купить автомобильные номера, купить 4-значный телефон, слот для покупки авто, покупка скинов, покупка авто.
Пожалуйста. Давайте посмотрим, что еще интересненького здесь есть. Пожалуйста, ребята, Rolls-Royce Cullinan Bunker, Phantom Bunker, Dodge Charger. Вот, пожалуйста, Mazda RX-7, Mazdaq RX-7, такое есть, Nissan Skyline GT-R, Renault Logan Carsharing, Volvo Carsharing, Skoda Octavia. Пожалуйста, ребята, это все эксклюзив, это мадафака просто, ебать просто, блядь. Вот, это все эксклюзивно, прям вообще, прям по-другому никак. ЗАЗ-4, ребят, хочу себе такую тачку посмотреть, что за ЗАЗик, что это вообще за пушка, соска, нереалка. ЗАЗ, загрузить, ёпта. О-о-о, не, ну это прям, вот это для хасбика, по крайней мере он будет за рулем сидеть и нормально, ровно, нет? О, хасбена, слышь? Так это вообще лютый аппарат, походу. О-о-о-о-о-о. Так он еще и беззвучный, походу, на этом, ребят, он катается, походу, не на бензине. Вот это я понимаю, таченца. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, спокойно. Да, блин, ребята, какая она шустрая, посмотрите. Просто Баченским дал, и все, просто дал, ушел. Посмотрите, какой реально зеппер, друзья. Это просто, я не знаю, это что-то с чем-то. Я не могу это описать словами. Это что, полный привод? Это полный привод, ребята, ЗАЗ полноприводный. Да, ребята, ну это прям реально красота. Прям вот, ну я по-другому никаким образом вам не скажу. Так, собственно, F-Coins. Давайте посмотрим еще, что можем купить. Покупка скинов. Араб, Тентаксион, кстати, Тентаксион, пожалуйста, ребят, вот такой скинчик. Вот такой вот красивый сексуальный скин, посмотрите, просто, друзья. Ну это, я не знаю, это не описать словами. Ну, дреды, конечно, вообще приколдесные, конечно. Вот, ребят, в тапочках, просто в зелененьких, в желтеньких топченцах. Просто, вообще, блин, пушка. Реально, ребят, без каких-либо слов я вам это говорю, и просто замечательно. По поводу домов, кстати, пока тачку, что она завелась? Да, завелась. Прогреть машинку, ребят, пожалуйста, у вас и будет собственный гаражик. Гаражи сейчас в разработчике, друзья, мы их доделаем, все будет замечательно. Пожалуйста, ребят, что у нас еще интересного? Пожалуйста, покупка домов. Подошел, купил дом, но я уже имею дом, поэтому вы уже имеете максимальное количество домов, поэтому идите в жопу. Согласен. Так, что еще из F-Coins? Давайте посмотрим еще какие-нибудь тачки, друзья. Еще раз напоминаю, 30-ка лайков, я разыграю, друзья, просто ченцию для вас вообще спокойно. Slash Donation, ребят, пожалуйста, залетаем. Что еще здесь можно купить? Покупка кейсончиков, друзья, пожалуйста, кейсик. Давайте вот этих купим, не знаю, там... Give мазафака кейс 0, пожалуйста, друзья. Давайте один. Один тип 6. Что я выдал себе? Какие кейсики я выдал? Хрен пойми. А вот ты вот теперь подумай, что я себе выдал. Я про тебя забыл. Про такой прям сексуальный скин. Кейсики, пожалуйста, друзья. Давайте посмотрим. Египетская сила, кейсик. Откроем быстренько, друзья, для вас десяточку просто откроем. Если золотое что-то выпадет, я это разыграю. Вообще не вопрос прям. На розыгрыш пойдет раз. Ну, этот такой разыгрывать, конечно, я думаю, сам, блядь, человек не захочет это забирать на самом-то деле. Еще один розыгрыш, друзья. Еще что будет, еще что-то на розыгрыш. Пока настроение хорошее, я пердорю для вас ролик, ребята. Вот, пожалуйста, лексусенок, мы с вами разыгрываем красник. Не, ну золотой по-любому что-то должно упасть. Какой-нибудь скин лютый, просто прям сексуальный. Воу, мумия, друзья, на розыгрыш пойдет. Салам алейкум. Еще одна мумия на розыгрыш. Я сегодня просто, друзья, тащу. Посмотрите, для вас вытаскиваю. Просто максимально классно, ну это вообще параша. Максимально лютые кейсончики для вас, друзья, делаю. Ну, это я думаю, вы это оцените, ребят. Лайкосиком и подписочкой на канал и на группу ВКонтакте. Само собой, по-другому жить нельзя, наверное, у нас вообще. Собственно, вот, пожалуйста. Еще, ребят, небольшая проблемка, еще одна мумия. Три мумии разыграем, вообще не вопрос. Смотрите, ребят, собственно, еще одна проблемка небольшая, то, что я не могу выкидывать скины. Это мы тоже доработаем, не переживайте, все это будет доработано. Видите, я нажимаю правой кнопкой мыши, выбросить, и не могу выбросить. Может быть, то есть, видите, ребят, да, ну не хотит вообще, вот, вообще никак не хочет, собственно. Пожалуйста, ребят, собственно, кейсики, ладно, фиг с ними. Так, give case, давайте выдадим. Вот в этом вся проблемка, ребят, что пока, видите, не работает вот эта тема. Ну, я все это, друзья, сделаю, это все будет просто замечательно, а вы пока что прожмите лайкосик под видосик. Короче, ребят, что еще? Нет, я хочу, я поеду на ЗАЗике, ну а что, почему нет? Ну, как бы, ну, лютый аппарат, вот серьезно, вообще без слов. Собственно, ребят, куда попрем? Я не знаю, куда они с вами попрем. Давайте, я не знаю, куда-нибудь. Так, слэш GPS. Просили показать казино. Вот по поводу казино, я не знаю, вообще такое работает или нет. Давайте посмотрим, ребят. Я честно, даже врать еще не хочу. Потому что я не умею как бы врать. Я вообще никому никогда не вру. Смысла какой-то вообще не вижу. О, хасбула полетел. Подожди, родной. Не лети так далеко. Так, пожалуйста, ребят, везде стоит каршеринг. Везде сможете, если проебали все бабки, пожалуйста, каршеринг для вас, друзья. Просто. Бизнес продается, кстати, друзья. Казик продается. 300, сука, миллионов. Икспа. 7 икспы, ёпта. Понимаем, да, друзья, понимаем. Прям работишка идет нормально. Икс дайс, пожалуйста, друзья. Вот, все.
все функционализирует, просто анализирует, салам алейкум. Вот такая петушня здесь есть еще, в принципе, вот покер-дом, просто залетаем, блядь, лаванду делаем и все красиво. Так, это все хорошо. Это все хорошо, теперь мне надо проблема выйти. Я, блядь, потерялся. Хазбек, включи зрение свое лютое. А, вот я, спасибо. Спасибо большое, Хазбек, красавчик. Ребят, также вот, пожалуйста, в чатике вам выдает фреймрейт РП, главный наш ютубер Никит Раш, ну, блядь, это ясен пень, как бы, ясен красен. Так, get V0. И давайте, а что мы можем еще взять? А давайте что-нибудь такое прям, ну, лютое, чтобы прям вот прям втопить нормально, как дал-дал и ушел. Пожалуйста, set time 12, set visor 13, что мне погодка не нравится, вот, оп, а вот этот солнечный, это хорошо. Все, полетели, ребят, Хосбула просто руль видит один, и ему комфортно абсолютно, ему комфортно от этого, понимаете, он даже без видя дороги может аккуратно ездить, по-любому. Вот, ребят, собственно, все, заходим, играем, как бы, вот, пожалуйста, еще, друзья, какой-то, что это у нас вообще такое? А это вот я хрен знает. СТОшечка, давайте на СТОшечку заедем, посмотрим, продается ли она или нет. Я, походу, да, я молодец. Ой, я уже этого не видели, это вырежем, полетели. Собственно, посмотрим СТОшечку, друзья, вообще, продается, она работает, функционирует. Вот, пожалуйста, ребят, у вас есть комплекс вот фуриков, друзья. Ох, как я проехал, ебаха-муха, вот это хорош. Вот это отец просто. Не, ну это хорош. Из того грузового транспорта, друзья, пожалуйста, все, все функционал просто лютейший. Вы подходите, просто все делаете красиво, ребят. И все, вообще без вопросов. Да и... Вы этого не видели. Поэтому, ребят, заходим. Ссылочка на группу находится в описании. Вот Заправенская, друзья, пожалуйста. Что, продается? Нет. Безак продается 8 миллионов, друзья. АЗС Луткарина. Пожалуйста, все для вас, все для людей, все для подписчиков с моих самых лучших. Ребята, еще раз напоминаю, 30 лайков, и я делаю розыгрыш эксклюзивных точенций и доната. Если наберется 30 лайкосиков, хотя бы, ну косарик просмотров можно будет рульнуть сюда. Юху! Не, ну это отец. Я не знаю, я молодец. Собственно, ребят, будем заканчивать. В принципе, я все, что нужно было, все, что хотел показать, я вам показал. Спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайкосики, подписывайтесь обязательно на этот потрясающий канал, потому что вам он нравится, я делаю для вас... контент. Я залечу в Москву? Не залечу я в Москву. Ну, не фартануло сегодня мне. Как бы сегодня фарта вообще мало. Поэтому, ребят, 10 ноября сходочка. Сходочка на стриме. На стриме будет раздача денежек, ребят. Я 61 людям раздам бабки. Не переживайте. Будем играть, будем с вами веселиться. Будем тусить просто в казик. Полетим просто лаванду сливать лютую. И поэтому все, друзья, будет замечательно. Я надеюсь на ваше понимание, на вашу подписочку, друзья. И не забываем, ссылочка на группу находится в описании. Все, ребят, с вами был Naked, спасибо за просмотр, ставьте лайкосики под видосики, и спасибо всем еще раз за просмотр, всем удачи в жизни, и всем пока!